Всем привет, друзья, с вами Косил Драйвер 51 Рус. Рад вас приветствовать на своем канале видеоигры Драйвер 51 Рус. Значит, сегодня я хочу показать FPS в GTA-шке на процессоре AMD FX9590, 8-ядерный проц, 4,7 МГц. Значит, множитель 23,5 на нем, да? Посмотрим FPS в GTA-шке в разрешении 1920 на 1080. Но FPS вы можете посмотреть, как бы, я думаю, должны отражаться на трансляции, да? По идее. По идее. Будем надеяться, да? Вот. Значит, материнская плата у меня Asus M5A97 EVO R2.0 2.0 и видеокарта оригинальная от NVIDIA GeForce RTX 2070, оперативки 32 гига. Значит, частота оперативки DDR3 у меня 2133. Вот. Ну, как-то так, вроде все сказал. Что сказал, да? Что мог, то и сказал. Посмотрим, побегаем. Значит, посмотрим сейчас настройки, давайте. Настройки. Настройки графики. Вот. Значит. Опа. Опа. Не то нажал что-то. Сорян. Здесь нет. Так, вот. Значит. Смотрите, что тут стоит. Что тут включено, что выключено. Поставил тут все практически на автомате по умолчанию. Что-то тут добавил, что-то включил. Значит, вот такие настройки, да? Дополнительные настройки изображения. Вот такие у нас. Ну и все, наверное. FPS. Видите, в принципе, с отключенной вертикальной синхронизацией такая более-менее нормальная, да? Сейчас мы побегаем, попрыгаем, тест посмотрим. Как-то так. Сейчас и прокатимся, и включим тест по графону. Ой-ой. Посмотрим по FPS-ам. Как тут что? Ребята, посмотрел на второй монитор, сорян. Значит, видюха держит нормально на таком разрешении. Значит, где-то 54-55 градусов. Не смог я вывести на этот самый, на запись. Счетчик этот. Мониторинг, скажем так, да? И тут стоят копы. Что же делать? Давайте дернем. Дернем этот коповский мотоцикл. Давай, давай, братан, поехали. Правильно, пошел нахер. Пожарник тут куда-то побежал, не пойму. Заблудился какой-то братан. Нифига, две звезды набрали, да? Сразу. Сейчас мы куда-нибудь уедем подальше.
подзаныкаемся. Майк вот. Все, как говорится, да? Давайте следом следим с мотоцикла, да, и посмотрим, тут у нас тест запустим. Так, где же тут нам это все дело включить? Так, вон графика, и запустить тест производительности. Да, давайте посмотрим, что из этого выйдет и на что это похоже. Ну как-то вот так вот она выдает. Это не на ультрах, не на полных, как бы, да. Но вполне себе, скажем, терпимо. Температура процесса 58-57 градусов, идюха 55. Материнка 26. В принципе, довольно-таки неплохо засаживает по качеству. Возможно, как бы я сделаю и на таких настройках на 4К разрешении, да? Посмотрим, как оно будет выдавать чуть попозже. Пишите комментарии под видео и поглядим, что получится. Вот, но на 1920 на 1080 стреляет, в принципе, она хорошо. Вот. Посмотрим еще другие игры по тестим по FPS-у, как стреляют такие настройки. Значит, описание моего компа будет все под видосом написано. Какая видюха, какая оперативка, значит, все полностью, какой процессор. Может быть, кому-то это будет интересно и кто-то сможет приобрести. Ну, например, FX, вот это 9590, греется на 4К очень жестко, там выдает 60-70 градусов. И в итоге он напрягает где-то тоже до 60 с лишним градусов. А на 1920 на 1080, в принципе, вообще держится нормальненько. Видюха вот 53-54 стреляет, а порос 58-59. То есть это вообще шикарно. То есть на хороших настройках по графону, в принципе. Есть, конечно, просадочки местами. Так, в принципе, меня устраивают настройки. Нормально все идет. Ну, вот на эффектах, конечно, тут вообще раззалился прям на FPS, да? Как-то так. Ну, вот такой небольшой тестик. Посмотрим еще, потестим Far Cry и какие-нибудь другие игрушки, какие есть. Возможно. FPS я, наверное, оставлю. Много у меня видео по различным играм, так что пусть они будут. Пусть показывают вам, если интересно. Кто смотрит видосы мои, да? То, в принципе... Сейчас уже я выкладываю под видео все настройки своего компа, комплектацию свою.
Опа, а мы что тут попали? Нам что, тут не выход, что ли? Да ладно. Что делать? Все пропало. Так, где-то надо искать выезд. Где-то калитка же должна быть, да? Может, через калитку получится, давайте. Нет? Но вряд ли, наверное. Ни хрена. Походу, ребята, попадусь. Что же делать, как нам быть? Блин, только дернули коповский мотоцикл. Может, можно как-то где-то тут подпрыгнуть. Засада. Сейчас будем что-нибудь думать, как отсюда выехать. Интересно, забор на этом корте ломается, нет? Наверное, что нет, я думаю. Оу. Да. Дело пахнет, как говорится, керосином, да? Керосином. Опа. Все отличненько, ребята. Где-то тут мы видели, была Феррари, ребята, или она уже уехала, да? Ну-ка, пойдемте отожмем ее. Мадам, не будете ли вы столь любезны сдернуть отсюда к ядрине фени? Ну, в принципе, ребята, порос как бы из дефиксов это самый мощный и последний, как бы, такой остался. Вот этот 95-90. Из этого модельного ряда FX-ов больше как бы нет никаких процов. И я вот, например, искал очень долго как бы вот этот порос, и то пришлось как бы брать с рук, потому что новую вообще было невозможно найти.
ценник нового вот этого образца в районе там 12 тысяч. Ну, желательно, конечно, и охлаждение ставить в водяночку. Вот. Потому что вот на 4К у меня монитор, да, вот многие можете посмотреть на этом самом на канале видосы есть 4К-шные, да, но на 4К, конечно, он вообще просто закипает. Либо воду надо ставить более мощную. У меня двухкулерная стоит на 240 градусов, по-моему. А он выдает процессор по теплоте, по-моему, 220. То есть охлаждение ему надо вообще жесткое. Водянка, даже производитель рекомендует как бы воду. Хотя я, в принципе, и на хорошей башне с 8 медными отводами нормально справлялся, в принципе, он держал его. Правда, мониторинг я тогда в тот момент не включал, но более-менее как бы он работал. Но он на 4К вообще он закипает просто реально. На разрешении ставишь 4К разрешение в играх и все, и как говорится, понес. О, черт побери, сам такой. Вот. Плохо, что тут нельзя перемотать на время. А, ну можешь поехать сохраниться, в принципе, дома, да? В принципе, в центре, вот, да, оживленное тут все, место такое. ХПС, а он вообще, смотрите, да, нормально стреляет. Плюс у меня еще от NVIDIA сейчас стоит фильтр по контрастности. Не помню, как он точно называется, там первый. У кого видеокарта NVIDIA, да, тут ставите экстремальные настройки в Experience, да, и у вас появляется нажатием Alt F3, открываются фильтры различные, да. Поэтому, в принципе, можете попробовать погонять в игрушках, поставить, на которых можно это все использовать, потому что не на всех игрушках это идет, конечно. Черт побери, все. И все. Какой хелп, нормально едем. Держи там свою жопу. Как говорится, да, ребята? Держи свои бубуки.
Все нормально, братан. Братан, и... на. Да вы че, вдвоем на одного, что ли? О, сейчас меня от... так, походу. Ну, иди сюда и... зараза. Все. Спокойной, как говорится, ночи, ребятки. Давай шевели буками, пошли спать. Вообще, тетка тут что-то ругается, да? Ищ. Давайте сохранимся. В принципе, никаких миссий, ничего не прошли мы тут, да? Давайте, куда есть, туда и сохраним. Сохранешку перезапишемся. Ну что там такое? День пришел, интересно, да, в окошко солнце светит. Сейчас поглядим, мы днем тут побегаем, попрыгаем. Посмотрим, что тут у нас. Дневное время. Как еще? Странно, что еще тачку никто не дернул. Вот это, да, да. Давайте немножко погоняем. Кому интересно, хпчики посмотрим, да? Ну что-то полтишок, да, верует. Может быть даже стоит что-то и нам немножко поддушить. Ну давайте мы сейчас тут сейчас зайдем в настроечки, еще попробуем душануть что-нибудь. В принципе. Так, графика. Что-то я тут, по-моему, что-то ничего не включал посмотреть. Да, вот, вот это вот, по-моему, я врубал. Давайте вот так оставим. Посмотрим, так как что, может что-то изменит. Да, по-моему, ни хрена, да? Купи-продай. Братан. Братан, у тебя нормальная тачка, дай-ка прокатиться. Давайте попробуем. Ну да, температура братца и видюхи также остается. Процессор 58 градусов, а видюха 49. В принципе, далеко ничего никуда не плывает. Работает нормально. Можно попробовать еще, конечно, разгонять. Где-нибудь дернуть вертолет, если он там есть, конечно. Мы хоть туда едем, походу не туда, а может сюда. Сейчас посмотрим. Сам такой. Вы чё, цепанули чувака, да? Да, братан, извиняй. О, вертушка пролетела, ребята. Нам надо как-то ее подтиснуть. Давайте аккуратно подбежим, если получится, да? Может, получится ее тиснуть. Давай, давай, братан, не взлетай только. Опа. Ну-ка. Пошел-ка ты на прогулку, братишка. Давай, полетели, полетели. Глянь, он нас выдернул, а. Эй, братан, ты че? Давай, давай, полетели, пока нас тут не грохнули. Еще бежит кто-то. Да вы что творите-то?
за беспредел, ребятушки, ребята? Будем, как говорится, огородами, да? Черт, нам хана, походу. Давай, 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 аккуратненько, аккуратненько отсюда. Вот это я нежданчик, да, залетел. Обалдеть. Жестко. Ну, интересно, прокатит, пролетит, нет? О, черт, стой! Ой-ой-ой, все, сейчас, походу, нам будет вилы. Надо, может, вид поменять. Чтобы у нас тачка какая-то не впендюрила. Тут я еще, ребят, не летал на вертушке. Еще жесть, да? Ой, брателла, аккуратненько. Вон он наводите прям на самом, елки-палки, да ты оторвала вентилятор у вас, у вентилятора пропеллер. Вот так мы еще не ухайдохивали, ребята, ни разу. О, нормальная такая машинка, чем-то смахивает на Porsche. Ну-ка, до свидания. Блин, почти пролетели, да, весь туннель. Обалдеть. Ну-ка, стой, ты куда поехал? Эй-эй-эй-эй-эй. Братень! Тормозни, что скажу. Наверное, может, плохо слышно меня, ребята. Ой-ой-ой. Все.
Могло быть и хуже, да? Как это говорится, да? Могло быть и хуже, ребята. Ух ты, просто фартануло, я не знаю. Ну, сейчас-то уже тут вертушку, наверное, не найти нам, да? Нам тут вертушку не найти. А по телефону, интересно, нельзя тут что-то вызвать? По телефону, контакты, да? Кто у нас тут есть-то? 911. Да, никого тут нам не заказать, по-моему, наверное. Да, Ламар, что тут? Ну, это сейчас начало миссии тут все, наверное, только миссии. This your boy LD, Long Dick, holla. Короче, послал у нас тут в пень. Дирижабль. Не знаю, ребята, точно не буду тут ничего загадывать. Угадывать, да? В принципе. Рус 57, медюха 54 градуса, нормально. Ну вот, друзья, как-то так побегали, посмотрели. На вертолетике жалко полетали мало, но ничего страшного. В принципе, нормально он ее держит, но ультра, конечно, не вывозит. Бегом отсюда. Бегом, все бегом. Продержимся только. Ну,
продержимся, пока вертушка не прилетит, да? Есть что ли? Заканчиваю снимать такой обзорчик. Постреляли немножечко. Потестили. Все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачки. Делитесь видосом. Подписывайтесь в группу. Все. Пока-пока. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Русь.